Салам алейкум, уважаемые наши друзья! Новости на нашем канале. Студент из Таджикистана стал героем рекламного ролика о мигрантах в России. В Хабаровске активно продвигают проект, который помогает мигрантам адаптироваться в России. Студент из Таджикистана стал главным героем рекламного ролика, рассказывающего о социальном проекте «Голос улиц для мигрантов». Об этом сообщает пресс-служба ОНО, Дальневосточное агентство по развитию интернет-безопасности. Инициатива, призванная адаптировать иностранных граждан к проживанию в России, реализуется в Хабаровске. Проект помогает узнать не только название, но и прошлое городских улиц. Информацию можно послушать на разных языках народов Центральной Азии. Достаточно навести камеру смартфона на таблички с QR-кодами, установленные на домах. Для популяризации проекта среди иностранцев организаторы решили снять рекламный ролик. По его сюжету, студент из Таджикистана приезжает в Хабаровск, где устраивается работать таксистом. Однако молодого человека ждет досадная неудача. Из-за незнания названий городских улиц ему досталось от одного из пассажиров. Затем новоиспеченный водитель знакомится с проектом и начинает лучше ориентироваться в Хабаровске, а также узнает о нем много нового. Куратор «Голоса улиц для мигрантов» Алексей Ёлыш рассказал, что финальную сцену ролика снимали во время исторической прогулки по улице Тургенева, которую провели для представителей таджикской диаспоры. Экскурсии для трудовых мигрантов по выходным – заключительная часть нашей работы по проекту, поддержанному фондом президентских грантов, отметил он. По словам Ёлыша, сейчас специалисты монтируют ролик и совсем скоро представят его зрителям. Напишите свое мнение в комментарии. Нам это очень важно. Спасибо всем!